17 плюс, yeah! 7 юным и не очень юным исследователям женской логики. С вами Гриша Настоящий, и сегодня я вам расскажу, как правильно, главное, быстро разговаривать по телефону. Не трындеть там по 2 часа, да? Ни о чем попал. А сразу четко, раз, алло, алло, все, все вопросы порешала, все быстро, трубку положила, бабки ж не казенные. Наш прораб всегда так делает. Значит, показываю. Берем телефон. Вот, телефон. И набираем. Ну, допустим, то Анжелку, да? О. Предположительно узнать рецепт брусничного варенья, да? Ну, алло. Анжелка, привет. Это Гриша. На один муж какой Гриша. Да. Это, слушай, а ну, по-бырому давай, расскажи мне рецепт брусничного варенья. Да, да, Гриша, который занимается ремонтами, да. Я говорю... Надя в магазин ушла, мне рассказы давай. Да, за хлебом в магазин ушла, шо, непонятно. Тебе какая разница? За бородинским хлебом, шо? За бородинским хлебом. Да, да, да. Ну ты понял, я зашел, начал горланить, типа, пацаны, что такое, должно быть все стык-стык, да. Ну они все внахлёст нафигачили, да. Потом что присмотрелся, какие-то левые люди стоят на меня, лупают. Да, ну короче, я пришел на левый объект, начал горланить, непонятно вообще кому. Ё-моё, уже вечер. Капец. Все, давай, давай, пока, все, пока, давай. Короче, вопрос так и остался нерешен. Но самое главное, мы выяснили, что проблема не в вашей жене. Поэтому берем телефон и просто-напросто удаляем номер Анжелки. Вот. Все. Остается только надеяться, что в ближайшее время Надюхе не захочется брусничного варенья. И все. Гриша, у нас опять стул расшатался. Значит так. В следующий раз я расскажу, как научиться не жрать на ночь. Чтоб в доме потом ничего не расшатывалось и все было целое, да? Ну, Надя, ну ё-моё, ну куда ты, ну что ты полез?